Здесь очень шумно, идет какой-то ремонт, плюс ходит очень много людей, поэтому, возможно, вам будут мешать какие-то лишние звуки. Ну что ж, всем привет, добро пожаловать на канал Перекосина, с вами я, Перекосина Настя. Я, наконец, улетела из Канкуна, в котором прожила целый месяц, и прямо сейчас нахожусь в столице Мексики, в городе Мехико. У меня очень много надежд на этот город, не только потому, что мы хотим здесь попутешествовать и узнать этот город, а также мы хотим рассмотреть его как место для более долгосрочной жизни, потому что, как вы знаете, больше 3-4 месяцев мы ни в одной стране вообще не задерживаемся. А мы уже очень устали, нам уже очень хочется какого-то домашнего тепла, домашнего уюта. Поэтому надеемся, что мы сможем найти его здесь. Уже по первому впечатлению могу сказать, что это город контрастов. Здесь много как от мексиканского, так и от какого-то очень родного, привычного европейского. И я в восторге от некоторых районов Мехико. Тут, кстати, очень важно не заходить в опасный район, насколько я знаю. Вот, поэтому надеюсь, что мы на эти опасные районы здесь не нарвемся. Очень сильно надеюсь, если честно, потому что мне очень страшно. Очень много всяких разговоров про Мексику, тем более про столицу, что это очень опасный город, я очень сильно из-за этого переживаю. Будем стараться об этом не думать. В общем, надеюсь, что вам понравится мое очередное путешествие, что вы останетесь со мной. Для этого вам нужно подписаться на этот канал, а также поставьте лайк этому видео, это помогает продвижению моего канала. Ну что, полетели! Наверное, сразу стоит сказать о том, как мы планируем остаться здесь на долгий срок. Мы въехали в Мексику по электронной туристической визе, которая выдается на 180 дней. Вообще, вам в аэропорту могут поставить и меньше, но этот вопрос решается довольно легко. Стоит просто прийти в иммиграшку, и они могут продлить вам срок пребывания до 180 дней. По крайней мере, так пишут в телеграм-каналах. Проблема, которая, возможно, может возникнуть у нас по истечении этого срока, это то, что в Мексике отсутствует как таковой визаран, так как это было в Азии, например, нельзя просто выехать на 3 дня и заехать вновь. Но на самом деле кейсы разные, если почитать телеграм-каналы, то людей пускают 50 на 50, вообще процентное соотношение так себе. Надеемся, что если мы останемся здесь на долгий срок, то сможем решить эту проблему, короче, посмотрим. Утро доброе, у нас тут денежная аффирмация по-мексикански. Итак, мы сделали попытку в получении банковской карты мексиканского банка. Вот нам пришла. Конвертик мы получили. Да. Unpacking. Отправляют они службы DHL. Вот мы заказали, получается, 3 дня назад, да? Да. Очень быстро пришло. О, стикеры. Стикеры интересные. Очень нужная вещь. Ну, прикольно, это, наверное, приложение какое-то. Слушай, выглядит классно, мне нравится. Вау! Вот она. Вот и наша карточка. Имена. Мы уже пополняли эту карточку через магазин. Вот, то есть на ней уже есть деньги, можем ей пользоваться и снимать с нее кэш. Мы пополняли эту карту виртуальную за наличные через магазин, через любой Circle, 7-Eleven и там еще куча магазинов. Но также на нее могут отправлять деньги, кто уже получил эту карточку. То есть через Binance это работает. Не стоит отказываться от местных маленьких, я не знаю, ларёчков. Кафешками это не назовешь. Иногда здесь очень вкусно, хотя выглядит все немножко странно. Вот такой чебурек в сыре и капусте. Здесь в сыре. Это вкусно. Вкусно? Вот на таком городском транспорте можно исследовать город, и мы прямо сейчас будем тестировать приложение. Постараемся взять себе велосипед. Вроде они тут берутся не на 1-2-3, а на 1-2-3 и целую неделю. Очень важный нюанс, который нужно знать про велосипеды и велосипедистов здесь, это то, что в Мехико абсолютно каждое воскресенье перекрывают центральные улицы города для велосипедистов, и абсолютно в каждый этот выходной день толпы велосипедистов собираются на всех этих улицах, для них даже отдельные люди перекрывают дороги. Короче, то, что я видела на видео, фотографиях, выглядело очень-очень масштабно. Сейчас мы узнаем, как это выглядит на самом деле. Ну, погнали!
пунктом назначения в нашей сегодняшней велопрогулке является район Рома-Норте. Он известен тем, что здесь тусуется и проживает очень много молодежи. Этот район также можно по праву назвать хипстерским. Да, тут все как мы любим. Тут много красивых людей, все модно одеты, много кафешек, много барчиков. Это все так красиво устроено, все очень уютно и приятно глазу. Да, здесь очень много винтажных магазинов, каких-то магазинов локальных брендов, а также всяких классных галерей. Я надеюсь, что мы сегодня успеем по максимуму. Увидим все эти классные места, увидим всех этих людей. Также мы видели очень много фотографий людей, которые здесь гуляют с кучей собак. То есть у каждого владельца собак здесь может быть не одна собака, а целых пять. Мы видели несколько фотографий и очень хотим найти это все и увидеть вживую. Вот мы и начинаем натыкаться на винтажные магазины. Посмотрите сразу, какой контингент собирается около них. Какие приятные стилевые ребята. Сережа, у меня по телефону разговаривает. Ты мне телефонист, Сережа. Скажи, что мы готовим гуакамоле. Господи, я не могу пройти мимо. Это маркет, целый маркет винтажный. Это у нас более аутентичный винтажный магазин. Он намного меньше. О, здесь потрясающе стилево. Philly didn't even know things. There was a low me. Swear to God, there was a old me. Anything you ever told me. Anything you ever showed me. I forgot it. Caused me drama. I used to stay on one. Now I change on them. The highest highs with the lowest lows. Кофе мы попьем в необычном местечке, в Мексике популярная кофебрерия. Это книжный магазин и кофейня одновременно. Люди набирают себе книг, пьют кофе и выбирают, какую книгу купить. Pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. I just saw Jizzy got a plane. Guess it's what he meant when he said nothing was the same. Lately I've been grounded, energizing off the pain. Some things gon' change. I'm just soaking up the game. Through the mud out the... Сережа начинает утро правильно и заказал себе коктейль Троцкого. Как вы знаете, Троцкий был в Мексике, поэтому здесь очень много всего найти. Можно каких-то пасхалок с его фамилией. Возможно, вам будет интересен этот факт, но именно в этом районе я очень старательно пыталась нам найти жилье на первое время жизни Мехико, но это было очень сложно, потому что здесь жилье разбирают как горячие пирожки, и цены на жилье на порядок выше. I just saw Jizzy got a plane. Guess it's what he meant when he said nothing was the same. Lately I've been grounded, energizing off the pain. Some things gon' change. I'm just soaking up the game. Through the mud, out the rain, like mud out the rain, like I remember all those same nights. Now I'm on top, no stage fright. I'm on top, no stage fright. Now I'm on go, no brake lights. И мы прибыли в место для ланча. Хотя время уже такое, что кажется, пора есть ужин. Но для нас это будет только ланч. Вкусно? Такая вот секси паэлья у нас. Gracias. Все-таки мало мы сегодня успели.
но уже нет сил. Мы слишком сильно нагулялись, объелись и напились. Все, домой? Домой. Хитёво очень полюбился этот ларёчек, поэтому каждое утро мы теперь проводим вот в этой забегаловке. Вкусно? О, боже мой. Я надеюсь, что мы вообще здесь где-нибудь поместимся. Копили. И мы подошли к музею искусств Сумая. Смотрите, какое потрясающее здание. Выглядит очень футуристично. В этом музее собраны произведения искусства Центральной Америки и Европы. Нам очень интересно посмотреть, что внутри. Но здесь огромнейшая очередь. Возможно, мы пришли не в самое лучшее время. Поэтому, возможно, мы посмотрим на это только со стороны. Само здание выполнено в форме наковальни и состоит из таких шестигранных алюминиевых плиток. Также, как видите, в здании отсутствуют окна. Это обусловлено тем, чтобы сохранить живучесть произведений искусства, которые там находятся. Очень сложно не довериться такому количеству людей в очереди, поэтому решили все-таки попытать счастье зайти внутрь любыми путями. И что-то мне подсказывает, что не зря. Конечно, удивительно, что музей этот бесплатный. Да-да, он и правда бесплатный, несмотря на красоту всех скульптур и картин, представленных здесь. Я думаю, что этот музей можно по праву добавить в список моих самых любимых. Ну что, программа максимум выполнена? Спать. Я тут заметила, что в моих выпусках очень много всяких интересных, красивых мест, но очень мало еды. Каждый раз, когда мы едим, я просто ничего не снимаю. Поэтому мы решили исправить эту ситуацию, и сегодня отправились в популярный ресторан морской кухни. То, что он популярный, мы сделали вывод сами, просто потому что там все время огромные очереди, каждый раз, когда мы проходим мимо. Сейчас бежим к открытию в надежде, что мы не будем стоять всю эту огромную очередь из 20-30 человек. Открытие уже где-то через 5-7 минут, и что-то мне подсказывает, что очереди там уже есть. Да, постоять нам в очереди все-таки придется. Да, я смотрю на всех, у меня текут слюни, и я страдаю. И мы пришли еще в самый неудачный момент времени, когда всех запускали, вот, и сейчас все сидят, все уже кушают, половина еще, правда, без еды, а мы должны подождать, пока они покушают, чтобы пойти. Да, это было еще раньше приходить. Либо позже. Либо уже позже, да.
Здесь, как и в многих ресторанах, на столе всегда лежит какая-то закуска в виде лепешки, в основном, и соуса. Так что пока ты ждешь свой заказ, иногда очень долго ждешь, можно всегда перекусить, заморить червячка. Мы заказали это только из-за вида. Гляньте, как классно. Вкусно? Да? Дай попробовать. Очень остро. Боже мой, я в предвкушении. Кажется, я сейчас лопну. Что мне нравится, так то, что не острая еда. То есть все в соусах, но есть можно. Я острое не очень люблю, мне тяжело это все переваривается. Но супер. Рекомендацион. А сейчас я познакомлю вас с местом, с самыми вкусными десертами в Мехико-Сити. Как видите, очереди здесь просто нереальные. А если вы хотите попробовать что-то популярное, то вот эти булочки здесь берут просто все. Они называются конча, и их разбирают просто подчистую. Мы взяли себе несколько булочек на выбор, будем пробовать уже дома, просто потому что мы очень сильно объелись. Это музей кино. Тут показывают старые добрые мексиканские фильмы с гитарами, пончо и все в этом духе. Тут куча отделений, где можно посмотреть архивы о старом кино, а также вечером тут показывают кино под открытым небом. А днем тут располагаются просто люди на газончике, влюбленные парочки или отдыхающие люди. Тут полно фильмов молодых, локальных режиссеров, много авторского кино и всяких исторических картин. И на территории этого кинотеатра можно не только смотреть фильмы, а еще просто гулять, заходить в разные магазинчики, кафе, пить кофе, завтракать. И вот так среди магазинчиков и кафе разбросаны залы кинотеатра. Вот на испанском написано «сала». Это зал, в котором идет сеанс. На киносеанс мы сегодня не останемся, но обязательно сюда вернемся, потому что посмотреть кино под открытым небом – это святое и вообще must see в любой стране, в любом городе. Мы сегодня еще не раз увидим всякие напоминания о Фриде Кало, от каких-то маленьких фресок на зданиях до целых огромных граффити. Но сейчас мы подходим к, наверное, самому важному месту нашей сегодняшней прогулки, если не вообще самому важному месту во всей Мексике. Сейчас сами все поймете. Это он, дом-музей Фриды Кало, в котором она жила и писала большинство своих картин. И мы видим с вами, помимо этого дома, еще очереди. И в этих очередях нам совершенно нет смысла стоять, потому что мы не купили билеты заранее. И в этот дом мы сегодня не попадем.
Это безумно обидно. Мы сегодня не попадем в дом-музей, потому что билеты, видимо, разбирают как пирожки. В следующий раз обязательно подготовимся. В общем, будьте предусмотрительны, не делайте так, как мы. А такими вещами нас, к сожалению, не удивишь, потому что все это мы уже видели на других рынках в центре города. Algo que no se ve y dicen que si te cae no te dejará ni comer. Oye, dicen que al que le tocó y somos de carne y hueso. Corren los rumores por ahí que el monstruo anda casi suelto. Lávate las manos con agua y con jabón. Saluda a tu vecina, pero mantente en tu rincón. Mide tu metro cuadrado, que esto se puso contagioso. Transita por las manos si no le gusta el alcohol. ¡Ajá! No le gusta el alcohol, por eso. Мы на площади независимости. Как всегда, любая площадь независимости отличается наличием огромного флага той страны, в которой мы и находимся. Немного похож на Эрмитаж. Площадь это такая большая, пустая. Да. Маленький Питер. Да. И еще, где стоит флаг, там находился главный дворец ацтеков, короля ацтеков. Угу. И теперь именно тут находится площадь независимости. Угу. Вот. А если мы повернемся чуть-чуть вот так вот, вы увидите дворец нации. Угу. Дворец нации построен самим Кортесом, завоевателем. Угу. Он хотел отсюда прям управлять этой страной, этой колонией, но, к сожалению, он не дожил до конца строительства. Вот такая отставка. Немного отойдя от площади, мы попадаем на одну из самых оживленных и шумных улиц города Мехико. Называется она Авенида Мадера. Здесь расположено безумное количество всяких магазинов, начиная от ювелирных, где можно прилично раскошелиться, и заканчивая какими-то привычными нам магазинами одежды, вроде Зары, Чендема, Пулунбира и все прочее. Также здесь много есть ресторанчиков, но сидеть на веранде здесь немножечко некомфортно, потому что людей действительно очень-очень много, и ты идешь по огромной толпе, пробираешься, и нужно обязательно держать при себе свои вещи и сумку, потому что здесь очень много всяких карманников. Мы попадаем на очень известное историческое место, а также инстаграмное место. И это вот такое вот здание с знаменитой португальской плиткой Азулежу. Обычно очень много туристов скапливается около здания с такой плиткой. Здесь я людей особо не вижу, наверное, все еще не проснулись. Вот, но мы здесь сделаем пару фотографий. А мы тем временем не успеваем и 5 минут пройти, не наткнувшись на какое-то красивое здание. Да. Пройдя до конца авеню, вы сразу же натыкаетесь на самое популярное, самое инстаграмное здание Мехико-Сити. И это называется Дворец изящных искусств. Тут люди с ним фотографируются как угодно, где угодно, по-всякому, из разных точек. Отсюда, оттуда, оттуда. Тоже все референсы найдете сами. Вот, это очень красивое здание. Вблизи это здание еще красивее, еще масштабнее и величественнее. А мы можем туда зайти? Я не знаю, сейчас узнаем. Да, нужно узнать, потому что мне кажется, что это просто must see. Билетик стоит 85 песо. Я думаю, что это очень даже дешево. Да, нормально. Gracias.
Мексике были очень популярны идеи коммунизма. Ни для кого не секрет, что Троцкий жил в Мехико, Фрида была его любовницей, было такое. Вот. И даже когда мы ехали в автобусе по Канкуну, я разговаривал с дедушкой, и он очень рад, что у них нынешний президент коммунизм. Вот. А на картине, на большом мурале, мы видим Маркса, Энгельса, Троцкого и, конечно же, дедушку Ленина. Грубо говоря, на этом мурале нарисован мир модерна, где социализм, с другой стороны капитализм и кусочки от разных частей света. Ну, такой прям сборная солянка, описание мира модерна. Место, в которое мы прибыли сейчас, я хотела попасть в первую же очередь, как только приехала в Мехико. Это здание главного почтамта, которому уже более 100 лет. Оно даже пережило очень серьезную реконструкцию. Но сейчас мы увидим его в практически первозданном виде, потому что реконструкцию провели так, что здание вернули практически в первоначальный облик. А мне оно очень напоминает банк из мира Хогвартса, из Гарри Поттера. Да, ты посмотри на это. Архитектура здания и вправду напоминает маленький Хогвартс. Кажется, из угла где-то должна вылететь маленькая сова. Как хорошо, что здесь практически нет людей. Даже странно. И, конечно, в здании почты вы можете отправить письмо куда-нибудь. Мы этого сделать, конечно же, не можем. Раньше мы отправляли письма в Россию домой родителям из путешествий, но, к сожалению, теперь не можем этого сделать. Следующая наша локация – это опять рынок. Мы находимся на рынке La Ciudadela. Вот. И тут очень много национальных штук. Вы можете тут приобрести пончо, черепа в различных росписях. Вот эти все национальные цвета. Это все очень круто, и это все находится тут. Это очень напоминает нашу гжель. Это прям очень, гжель. Очень сильно похоже. Это мексиканская гжель. А это он и правда так называется. Да, очень круто. Слушай, прям... Ну, даже если это просто было бы украшение, то все равно классно смотрится. Я думаю, что это вообще классный подарок для родителей, если им такое прислать. Мне кажется, они очень удивятся. Ну, красиво! Это та самая гитара, которую он украл. Да, этот мультик вообще перевернул, мне кажется, представление о Мексике. Я после этого мультика очень захотела приехать сюда. Слушай, правда, это же белая гитара, прям какая-то... Да, как да, да. Певца звали? Его отца. Мультики. Да, это, да, это да. Гитара его отца. 180. Сколько? 180? 180. А, 180? Давай купим. И куда мы ее? Я не знаю, но она красивая. Ну куда мы ее? Все. Тебе придется выкинуть что-нибудь, Сереж. Окей. Сереж. Да. Можешь идти выкидывать футболки? Да, я. Прямо сейчас приходишь домой и выкидываешь свои вещи. Куда мы ее денем? Я не знаю. Мы купили Фриду. Я счастливый обладатель черепа Фрида. Стреляю. Спасибо. Вау, а это мастерская гитар, представляете? О боже, мы застали прям процесс работы. Buenas tardes. Buenas tardes. Офигеть, посмотри. А вот он молодой, смотри. Кто? На фотографии. Ай, правда, это вот фотография мастера. Is it you? My brother. Ah, brother, okay. My teacher. Oh, really? Me enseñó a hacer eso. Это семейный, it's family business. Eso todo me enseñó él. Oh my god. Mi brother mayor. Офигеть. Sí. Mucho gusto. А вот какая выпуклая глянь, тоже красивая. Вообще класс. Мариачи, мексикано. Мариачи. Круто, круто. Блин, я в восторге. Красавчик он. Его брат научил, представляешь? Да, это очень круто. Супер.
тоже меня привел на свидание. Не сказал, куда мы идем. Мы отошли буквально 10 минут от нашего дома и оказались на площади музыкантов. Правильно? Здесь повсюду памятники музыкантам, и очень много музыкантов готовится к выступлениям. Видимо, с наступлением ночи, вечера, они начинают свое выступление. Некоторые барчики прям заполнены людьми. В один даже очередь стоит. Именно туда мы, конечно, хотим попасть. Очень выглядит все прям очень тяжело. Давай, будем. Ой, как вкусно. Очень вкусно. Не соленое, не сладкое. Но это тоже маргарит. Какая разница? Солен? Это миллион звуков, от которых ты просыпаешься и не можешь уснуть. В общем, Мексика — это вообще очень громкая и музыкальная страна. Некоторые звуки здесь едины для всей страны. Сейчас постараемся выловить парочку таких звуков. Надеюсь, что нам повезет. Сейчас утро, и должны разъезжать кое-какие машины. Это была короткая музыкальная пауза, а теперь идем исследовать город дальше. Они были готовы к танцам. Ну, постригли меня стрёмно, конечно. Да. Помимо района Рома-Норте, мы еще очень любим район Кандеса. Это тоже район для экспатов. Здесь живут в основном они. Именно контингентом, наверное, этот район нам привлекателен. Но помимо этого, здесь очень много зелени, каких-то парков. И здесь сохранилась как и старая такая историческая архитектура, так и к ней были пристроены какие-то очень красивые современные дома. Зачастую в этих домах очень красивые большие балконы, на которые люди высаживают кучу всяких растений, какие-то скульптуры. Короче, мы обожаем здесь гулять. Еще что очень важно, здесь по выходным проходят уроки танцев, на которые мы так долго хотели сходить, но все время не решались, и сегодня мы решили все-таки дойти до бачаты. Мы сейчас уже немножечко опаздываем, поэтому я говорю очень быстро и запыханно. Нам нужно уже идти, там осталось, по-моему, минут 3, наверное. Я хочу добавить, что танцы проходят в старом ипподроме. Это местечко было, которое во времена испанцев было ипподромом для коней, тут много людей собиралось. А сейчас это супер классный парк для собачек и для людей. Да. Сначала для собачек, а потом для людей. Да, именно. Да, в общем, мы побежали на танцы, постараемся показать вам наши способности. Да, или не будем. Потому что это наш будет первый урок бачаты вообще в жизни. Я очень хотела всегда попробовать, так и ни разу не попробовала. Сегодня будем позориться, но постараемся насладиться. Ну что, мы подходим. Тут вроде должно сейчас заканчиваться занятие по сальсе и начинаться наше занятие по бачате. Стоит все удовольствие всего 100 песо с человека. Так что с нас 200 песо. Okay, so
Ну как? Понравилось? Да. Ну, все плотно. Мне понравилось. Будем еще ходить? Да. Что ж, я надеюсь, что вам понравился город Мехико-Сити. Возможно, я была не очень информативна в этом видео, потому что мы просто в основном озирались по сторонам, наслаждались тем, что мы видим, слышим, чувствуем и вообще едим. Как вы могли заметить, мы очень много гуляли, очень много катались на велосипедах. Велосипеды вообще для нас большое открытие. Единственное, что я здесь постоянно была немножко голодная, потому что еда мне все-таки не зашла, но очень здесь тяжелая и такая жирная, и запах кукурузной лепешки от такосов и прочей местной еды я уже просто не переношу. Но, наверное, мы дадим шанс Мехико-Сити, потому что город действительно очень классный, и пожить здесь, наверное, стоит. Думаю, что мы здесь задержимся, потому что из Мексики уезжать пока не планируем, и очень хотим найти местечко именно здесь. Думаю, что Мехико-Сити нам для этих целей подходит. Надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что вам понравился Мехико так же, как и мне, потому что мне он прям очень зашел. Мы, конечно, особо не выходили из безопасных районов, в опасные лучше вообще нашим белым лицам не соваться. Вот, наверное, если бы я побывала в этих районах, то я бы по-другому думала Мехико-Сити, но нам еще предстоит его узнать. Если мы здесь останемся, то я думаю, что мне будет больше, что рассказать об этом городе. В общем, обязательно оставайтесь со мной, чтобы узнавать новую информацию об этом прекрасном городе. Подписывайтесь на этот канал, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Это будет мне очень приятно, а также поможет продвижению моего канала. Увидимся с вами в моих следующих новых выпусках о Мехико-Сити. Пока!